Привет! Сегодня приготовим бисквитный пирог «Зебра» в мультиварке. Взбить 3 яйца со стаканом сахара. Чайную ложку соды погасить уксусом и смешать с кефиром. Добавить взбитые яйца и растопленное сливочное масло. Приготовим по 2 столовые ложки какао и муки. В нашу смесь добавляем 2 стакана муки. Тесто разделить на 2 равные части. Приготовим одно белое и коричневое тесто. Смазываем чашу мультиварки сливочным маслом и выкладываем тесто поочередно по 2 столовые ложки. Зубочисткой рисуем такой узор. Ставим мультиварку на 1 час 15 минут в режиме выпечка. Получился такой красивый пирог «Зебра». Всем приятного аппетита!